Всем привет! Привет! И мы сейчас находимся в Сарпе. Это небольшой поселок на берегу Черного моря, на границе с Турцией. Вот сзади нас, это уже как раз прохождение границы. Там можно перейти на ту сторону, и вот та вот гора, ты уже будешь на территории Турции. Мы сейчас спустимся на пляж, потому что здесь плохо слышно. Я расскажу, как сюда доехать и что мы будем делать сегодня. Там дальше есть Гонио и Квариати. И вообще здесь считаются самые чистые пляжи. Да, и жилье здесь снимать намного дороже, чем в Батуми. Особенно в этом году. Людей очень мало, пляжи пустынные. Думаю, что в августе здесь будет намного больше народу. А еще там есть такая небольшая возвышенность, скала, с которой все прыгают. И я сегодня тоже хочу с нее прыгнуть. Я, честно скажу, я не в восторге от этого. Ну, посмотрим, какая там высота. Хорошо, Ась? Да. Сейчас пойдем посмотрим. А вот уже и Турция. Природа одинаковая абсолютно. Горы очень похожие, зелени тоже очень много. Здесь полупустой пляж. Но раздевалок предостаточно, а когда мы были в Батуми, людей было много, но ни одной раздевалки мы не увидели. Это мы были на пляже, который самый ближайший к порту, и там реально нет раздевалок, и нам пришлось переодеваться так. Мы добирались сюда из Кабулети. Доехать можно несколькими способами. Можно встать в Кабулети на вот этой главной улице, Гмашанибели, и поймать любую маршрутку, на ней написано Сарпи. Но эти маршрутки ходят очень редко, буквально раз в час, наверное, или даже раз в несколько часов. Поэтому я считаю, что есть более простой способ, это доехать на любой маршрутке до Батуми. Мы так и сделали. А в Батуми мы вышли возле нижней станции канатной дороги. И там буквально перейти дорогу и 100 метров пройти налево. И там будет конечная остановка маршрута, которые идут сюда в Гонию, Квариати и Сарпи. И весь путь у нас занял буквально минут 30, да? Ну, да. Из Батуми сюда до Сарпи мы вообще за 10 минут доехали. Очень быстро, трасса пустая, свободная. Ну, в общем, вот так. Ну и делать здесь, конечно, нечего, кроме как лежать на пляже. Ну вот мы сегодня будем полдня загорать. И расслабляться. И прыгай со скалы. Это я уже слышала два раза. Идем. Я это специально говорю побольше раз, чтобы ты вставила. Да, чтобы я не забыла. Да, чтобы ты не забыла и вставила кусок, где я прыгаю. Какие тучи плывут, да? Облака над горами. Здесь сдается буквально все. В каждом доме сдаются номера. Можно поселиться вот там, вот чуть выше на горе. Откуда открывается прекрасный вид на море и на эту бухту. Очень маленький поселочек. Мы взяли подстилку, поэтому будем где-то на камушках сейчас ложиться. Ну высоко, а ты с той большой не будешь прыгать, даже не думаю. Да он уже долго думает. Я с этой маленькой буду прыгать, а потом с высокой. Ась, я не разрешаю с той, но она реально очень большая, высокая. Я боюсь посетить. Ну, ты пацаны здоровы, не дай бог где-то не допрыгнешь, головой стукнешься в камень. Очень не надо. Ты так не смей. А что, я просто бомбочка буду прыгать. Там видишь, какой разлет. Смотри, какие тут, видно, не видно, рыбки под водой. Такие классные маленькие. Да, тут очень много, но я не...
держись. Убери и сразу плыви, только недалеко, потому что там глубоко. Теплая вода? Да. Я тоже сейчас иду купаться. А там глубоко уже сразу, да? Ну давай, ныряй. Ась, поплавай сначала здесь. Посмотри, какое там дно. Сами тебя боятся. Я не могу, все, я ухожу отсюда, я не буду прыгать отсюда. Очень чистая водичка. Ася медуз боится, да? Пожалуйста, не кидай. Да не буду. Они маленькие, они вообще безобидные, они не жалят даже. Ты можешь спокойно плавать. Нет. Да. Аккуратно надо. Ногой? Нет, одним местом. Опой. Мама, медузы! Да и что? Мне это прыгать, а то там все намного людей с той маленькой скалы. Когда будет поменьше, я пойду и прыгну. Но там все время кто-то прыгает. Там было меньше, просто сейчас их много. Надо дальше отталкиваться, Ася.
Я подводные очки сейчас возьму и буду с ними плавать. Мама! Ныряй. Мне пойти спрыгнуть оттуда? Только перед тем, как прыгать, посмотри, откуда отступают все. Поняла? Там очень все так видно. Классно. Плаваешь с ними полчаса. Ну я под водой их вижу, мне еще страшнее становится. Там куча мелких крабиков лазит по камням. Не знаю, видно будет или не видно. Вот в таком классном месте мы сегодня были. Сейчас уже 5 часов вечера, и мы будем ехать в Батуми. Потому что я кушать хочу ужасно. Сейчас заедем где-то перекусим, ну а потом посмотрим, наверное, в Кабулете вернемся. Может быть, еще вечером пойдем закат солнца встречать, потому что через пару дней мы уже уезжаем в Тбилиси. Забыла сказать, что перед въездом в Сарпи, примерно не доезжая 700 метров, есть очень красивый водопад. И вот мы решили сейчас до него дойти, от этих скал, где мы купались, идти, ну, буквально минут 10 вдоль дороги. Ну и уже потом возле водопада будем ловить маршрутку и ехать в Батуми. Да, там где-нибудь перекусим. Я, конечно, за Макдональдс, как всегда. Я против Макдональдса. Мы в нем были вчера, и он находится на окраине города. Добираться неудобно, пешком далеко, а ехать я не хочу. Поэтому лучше мы зайдем куда-то в грузинскую кухню или в грузинский ресторанчик. И закажем картошку фри. Нет, это вредная еда. Вода, наверное, холодная, да? Холодная, да?
хочу немного. Мы проголодались-то, полдня ничего не кушали. А если лимонад холодный, потихоньку пей, хорошо? Хорошо. Вкусные пельмени? Я хочу не пробовать. А ну попробуй, скажи мне. Они же горячие. Наверное, вкусные. Приятного аппетита. Спасибо тебе тоже. В принципе, план на сегодня выполнен. Мы покушали, покупались и теперь едем домой. И еще сегодня вечером мы хотим позвонить Тае по скайпу. Она, наверное, ждет, чтобы нас увидеть.